278 були за. Верховна Рада, я напомню, окончательно проголосовала антикоррупционный пакет законов. Этого долго требовали западные партнеры Украины. Депутаты дали зеленый свет еще одному ключевому закону, закону о прокуратуре. Вот напомню, что этот закон должен реорганизовать и забрать функции полного надзора. Спикер Турчинов анонсировал, это начало реформы силового блока. Ну, еще один закон, итог недели, вступил в силу закон об особом порядке самоуправления на Донбассе. Вот он как раз вызвал бурную дискуссию. Ну, самые спорные моменты – это финансирование оккупированных территорий и формирование властной вертикали. Чтобы зрителям было понятно, вот я напомню, закон предусматривает, что из числа местных жителей будут создавать так называемые отряды народной милиции, что гарантируется свободное использование русского языка, что 7 декабря этого года проведут внеочередные выборы. Есть еще один пункт, есть пункт амнистия, при условии, что в течение месяца будут освобождены заложники, административные здания и боевики сдадут оружие. Ну вот только главный вопрос для нас с вами. До сих пор непонятно, а как будет выполняться этот закон, ведь боевики уже заявили, что подчиняться законам, принятым в Киеве, они не собираются.